Как ты считаешь, Рома, намного отличается борьба спортсменов, которые борются сидя и стоя, то есть инвалидов? Я думаю, что есть существенное отличие в этой борьбе, потому что все-таки сидячая борьба, она подразумевает больше именно более силовую работу. Вот. И, естественно, самое главное, она ограничена, вот, борьбы стоя, потому что, естественно, когда спортсмен борется стоя, у него намного больше групп мышц задействованы, и самое главное, что больше есть возможность для маневра и реализации техники. Особенно вот кто борется через верх, там работа больше идет спиной, плечо-лучевой, то есть сидя это сделать сложнее. То есть нужно не сколько это самое спиной, сколько нужно уметь маневрировать телом. Да, да. Потому что здесь как бы нужно маневр выполнить. Да, то есть ты чего нельзя сделать сидя. Сидя, конечно. То есть ты все равно это выполняешь, но гораздо ограничено. То есть ты не можешь так работать спиной все равно. Ну, по ряду причин. И поэтому тут естественно, что упор делается при борьбе силы, сидя именно на силу. А сколько тренируешься ты раз в неделю? И как выглядит твоя силовая тренировка, в общем, на сегодняшний день? Зная то, учитывая то, что ты подготавливаешься к чемпионату области. Очень важный момент для тебя, чтобы заквалифицироваться, как бы войти в состав сборной области на чемпионат. Да, я понял. Я сейчас тренируюсь 5 раз в неделю по определенной схеме. 3 тренировки у меня идет в неделю на блоке с железом. И 2 тренировки идет у меня с резиной. Вот, чисто с резиной, без железа, без всего. Я стараюсь работать, пытаюсь, насколько это возможно, на скорость. Вот, и, ну, имитацию борьбы. Именно такую скоростную. А успеваешь восстанавливаться вот именно после силовой тренировки? Тем более, что, скажем так, в твоем арсенале железа хватает. На сегодняшний день уже есть разного рода ручки, лентами, лямками и тому подобное. Стос у тебя тоже сколько килограммов? Ну где-то примерно получается больше 100, наверное, 40 килограмм, если вот. Весь вес этот. То есть можно сказать, что нету такого упражнения на сегодняшний день, которое ты полностью с этими 140 килограммами выполнил? Или есть? Нет, пока еще нет. Максимально, наверное, приближенно я вот тягу на 6 повторений на нем делал 120 килограмм сейчас. Вот спиной на широчайку двумя руками я тянул снизу вот с блока. Угу. Вот. А вот чтобы одной рукой, нет, я еще не могу сделать, не могу похвастаться, что я там все плитки взял. А что касается восстановления, я стараюсь таким образом строить тренировки, то есть стараться по процентам от максимума брать, то есть я не работаю каждую тренировку там на все 100%. Вот. Но получается так, что я, в общем-то, тренируюсь через день, поэтому, в принципе... А скажи, пожалуйста, можно, например, тренировки, силовые тренировки по армрестлингу как бы отнести как бы к тренировкам тяжелой атлетики? В чем особенность от тренировок тяжелой атлетики от армрестлинга? Как говорится, в армрестлинге тоже нужно силовые показатели увеличивать постоянно, как бы. Тяжелой атлетики... Как говорится, если ты приходишь на тренировку и не делаешь результат, то практически можешь отпустить это, потому что или перетренированность, или еще что-то, или болезнь скажем, не позволяет тебе этого. Тем более, что у них присутствует такое понятие, как объемные тренировки. У нас же объемных тренировок как таковых нету, потому что у нас увеличение результата не зависит от объемной тренировки. В принципе... Если взять вот атлетическую тренировку и тренировку армрестлеров, то общая, конечно, схожесть есть. То есть там и там работают люди на силу.
Но дело в том, что специфика тренировки армрестлера, да, именно уделяется большое внимание статическим изометрическим упражнениям. Вот, и очень большая ударная идет нагрузка на связки. Поэтому тут объем, как таковой, как в тяжелой атлетике, он и сразу и уходит на второй план. Потому что ты за короткое время можешь так нагрузить связку достаточно, что уже потом больше ничего не сможешь сделать. Поэтому все правильно, объем для нас не важен, так как в тяжелой атлетике. А все упражнения, как ты считаешь, нужно делать на статику или нет? Я склоняюсь к тому, что нужен комбинированный метод. То есть, в принципе, да, все слабые точки нужно добавлять изометрические упражнения, желательно. Но концентрироваться только на одну статику было бы тоже с моей стороны неправильно. Потому что нужно и динамические упражнения добавлять. А вот такой вопрос. Статика добавляет выносливость? И в каком моменте она добавляет, а в каком не добавляет? Скажем так, да, статика добавляет выносливости, если брать соотношение веса где-то среднего, но при этом ты делаешь статические упражнения более там 10-15 секунд. Тогда ты уже переходишь в разряд именно такой выносливости, на выносливость. Если же ты берешь небольшой вес, но, соответственно, с небольшой паузой, да, то есть вот там 6-10 секунд, то там развивается, конечно, не выносливость, а именно сила. Вот, поэтому, да, статика играет роль как в силе, так и в выносливости. А какое оптимальное, как ты считаешь, количество по времени удержания статики для армрестлинга? Потому что статика тоже поделена, как ты сказал, на несколько этапов. Первый этап – это чисто сила, где она определяется, скажем, удержание веса до 5 секунд. До 6, до 6, максимум 10 секунд, вот этот диапазон, до 10 секунд. И статика средней выносливости до 30 секунд. До 30, 20-30, вот статика, это диапазон. Которая определяется только выносливостью. Только более, выносливостью, более 30 секунд. Более 30 секунд, это уже диапазон минуты, вот так вот идет. То есть от 30 до 60 секунд, в минуту. И какой среди вот этих трех самый важный для нас, как бы, для рукоборцев? Многие рукоборцы приходят, берут там, скажем, на штанги, поднимают там какие-то неимоверные веса, удерживают эти же веса, а потом приходят на соревнования, у них раз-два, рука забилась, они ничего не могут сделать, все, до свидания. Если брать среднюю, то я бы тогда все-таки останавливался на нагрузке, это вот от 10 до 30 секунд, вот так, в этом диапазоне. То есть, получается 15-20-30 секунд, вот так вот. То есть, если брать вот среднюю величину. Вот я, например, придерживаюсь вот такой, как бы, диапазона, когда работаю на статику. Как ты считаешь, во время тренировки, когда ты приходишь выполнять упражнения, некоторые упражнения ты выполняешь там раз в неделю, да? Да. Некоторые там, скажем, два раза в неделю. Ну, конечно, да. Есть у тебя цель в каждую неделю увеличивать твой результат? Скажем, не можешь поднимать больше веса, например, больше удержать его можешь, или уже добавляешь там килограмм-два и тому подобное. Считаешь, именно вот эта методика оправдана или все-таки нет? Я придерживаюсь, раньше вот я придерживался именно такой вот стратегии, да, что желательно больше поднять, там с новой недели постараться выйти на новый, как бы, вес. Вот, но потом я пересмотрел через некоторое время свою тренировку, потому что очень часто стал попадать именно вот в такой вот цикл перетренировки. Вот что вот. И пересмотрев, я понял, что как раз задача не поднять больше вес, а сделать его все-таки именно правильно и приближенно к той борьбе, которую ты хочешь показать за столом. Вот. А потом ведь даже если брать именно методику спорта, да, вот силовой тренировки, то ведь все зависит еще от твоего эмоционального состояния. И на пределах работать постоянно психика просто не может. То есть получается срыв, перетренировка, из этого идут травмы. И, соответственно, происходит откат. А какие
прежде всего первые симптомы перетренировки? Вот какие у тебя возникали первые симптомы перетренировки? Самый простой принцип, вернее, чувство нежелания тренироваться. То есть, когда я себя начинаю заставлять. Вот когда пропадает вот это, ты приходишь на тренировку, да, и ты начинаешь себя постоянно внутренне заставлять. Вот это уже первый, самый первый начальный звоночек, когда можно уже задумываться. Ну и потом, конечно, это, естественно, внутренние ощущения. Во-первых, это общее состояние. То есть, болевые ощущения возникают, да, допустим, если не успевают восстанавливаться связки. Это следующий этап, да, то есть вот эти вот ощущения, которые не дают тебе уже тренироваться так, как ты обычно тренируешься. Ну, и если ты на это как бы забиваешь и продолжаешь как бы вопреки всему работать, то следующим этапом организм просто начинает заболевать. То есть это падение иммунитета, появляются какие-то сразу простуды. Вот, ну и часто как бы люди на это не обращают внимания, думают, что они где-то там заразились и так далее. На самом деле это прямой факт симптоматики перетренированности. То есть это, скажем, уже как бы... А сон. И именно, вот я еще хотел, да, добавить еще очень важный момент восстановления. Сон это, во-первых, вообще в целом является самым главным восстановителем, потому что именно во сне вырабатывается мелатонин. Вот. И если у тебя сон нарушается вследствие чрезмерных физических нагрузок, то если нет сна, нет и восстановления, это тоже должен быть очень серьезным уже таким пунктом, на который каждый спортсмен должен обращать внимание. То есть принцип такого, что не должно быть вот этих всех побочных явлений, которые возникают. Вот. Но это защитная реакция организма, просто организм показывает человеку, что нужно что-то менять вот, в своей деятельности.